Всем доброго денечка, девочки. Как я обещала, обзор. Фирма Овен у нас приехала вот в таком необычном формате. Мы решили снимать, ну как мы, девочки решили снимать. Сказали, надо что-то менять, надо идти вперед. И я с ними соглашаюсь. Ну, рулят уже тут они все, что касается обзоров, видео, розыгрышей. В общем, все взяли быка за рога, мои девочки. Итак, приехал у нас Овен, небольшая поставка. Будем рассматривать как новинки, так и новые наборы. Первый набор — ароматная ягода, 15 на 14 сантиметров. Канва 16. Ниточки ПНК, 1089 артикул. Вот такая вот ароматная ягода. Всем известный набор, уже видела я много-много отшивов. Обратная сторона, не буду вам показывать, потому что здесь у нас только канва. Следующий набор — символ года, бычок 4, 12 на 19 сантиметров, 13,44 артикул. Следующий набор — весна-весна, запахло весной, называется нежность, 15 на 21 сантиметр, 14,67 артикул. Следующий набор — садовые башмачки, 10 на 11 сантиметров, 15,12 артикул. Вот такие вот милые башмачки. Вот здесь уже серия. Давайте все три набора возьму. Покажу вам их сначала. Все три набора. Это серия. И, видимо, заказал один человек. Я так подозреваю. Но это не точно. Итак, летний ангел. 13 на 15 сантиметров. 15,39 артикул. Вот так вот выглядит летний ангел. Канва такая не белая, слегка молочная, я бы сказала. В общем, не кипельно-белая, какая-то легкий-легкий беж. Весенний ангел, 13 на 14 сантиметров, 15,44 артикул. Такой вот красавчик. И осенний ангел, 13 на 17 сантиметров, 15,46. Следующий набор — чайная меня тоже парочка. Давайте их. Ой, тут даже не парочка, девочки, обманываю вас. Тут трио. Вот такие вот три наборчика. Посмотрите. Красивые. И о каждом сейчас расскажу. Вторая, третья и четвертая. Первую не заказали. Начнем со второй. 15 на 15 сантиметров. 15,87 артикул. Чайная композиция 2. Вот такая вот прелесть. Ой, не композиция, чайная миниатюра. Чайная миниатюра 3, 15 на 15 сантиметров, 15,88 артикул. Вот такая вот. Мне этот чайничек больше всех нравится. Такой он красненький, яркий. Девочки, жители, уроженки города Краснодара, наверняка знают, у нас в Краснодаре. Я сюда приехала жить в 96-м году. И улица Красная, самая центральная в Краснодаре. Там было такое кафешко, ярко-красный чайник, в виде ярко-красного чайника в белый горошек. И очень вкусные там были блюда. И мы очень частенько туда, мне было, я не знаю, года 22, наверное, частенько туда ходили кушать этот чайник. Это прям был, можно сказать, один из символов Краснодара. Потом его снесли. И вот из моих подруг, девочки, кто родился в Краснодаре, подруженьки мои, они помнят этот чайник, а уже кто приезжал позже, они не помнят его, но вот он мне очень-очень напоминает. Только тут такой, посмотрите, помельче гороха, там прям крупный-крупный такой большой был. Прям кафе в виде чайника, очень было здорово. Прям на улице Красной, в самом центре. Чайная миниатюра 4, опять какое-то лирическое отступление внезапное. Чайная миниатюра 4, 15 на 15 сантиметров, 15,89 артикул. Вот такой вот чайничек. Вышивка на пластиковой канве, магнит, пасхальные радости. 5 на 2, на 7 на 2 сантиметра. 16,02 артикул. Вот такая милая девчушка. Посмотрите, с куличиком, с косичкой. Такая русская-русская красавица. Очень милый магнитик. Мне он нравится. Магнит «Волна», 8 на 8 сантиметров, 16,05 артикул. Ну, ассоциации с известным вам произведением, правда же? Вот такой вот
Магнитик. Волна в чашечке. Интересная очень задумка. Артикул сказала 16.05. Ну, вам, в принципе, видно, наверное, артикул. Следующий набор. Магнит по щучьему велению. 7 на 6 на 9,4 сантиметров. 16.09 артикул. И вот такая вот щука. Короной. Посмотрите, какая. По щучьему велению. Отсылка к сказке. Если бы я работала в садике, я наверняка бы ее вышила. Но сейчас сомневаюсь, у меня столько девочки. Ну, когда-нибудь, да, наверное, скоро уже девчонки мои подбивают меня на эту авантюру. Говорят, Аня, давай покажем твои запасы. Девочки просят, да, скоро-скоро покажу все свои запасы. Вы увидите, какой я вообще лучший хомяк Юга России. А может, даже и всей России. Ну, нет, хотя я видела блогеров, у кого по 1000 наборов, у меня нет. У меня поменьше, конечно. Но проблема в том, что я их не вышиваю. Я вышиваю только свои новинки. И у меня чешутся руки. Я каждый раз себе обещаю, что да, я возьмусь, и я начну отшивать. Но почему-то времени очень мало. Почему в сутках только 24 часа? Это очень обидненько. Итак, следующий магнит. Новинка это. Магнит называется «Пейзаж». 6 на 7 на 9 на 4 сантиметра. 16.11 артикул. Вот такой вот пейзаж. Ну, если на подарок кому-то быстренько вышить, я думаю, что это отличное решение. У меня сейчас дома холодильник, на который не магнитится. Нету там магнитиков. Нельзя прикрепить деревянное. Там основа встроена. А иногда прям хочется. У меня много-много вышитых магнитиков. Благополучно они сейчас лежат в коробочке, потому что вешать некуда. Вот такое вот решение, я думаю, что на холодильник. Новинка. Чистые пруды. 40 на 30 сантиметров. 16-10 артикул. 16-я канва здесь. Мулине Лука С. 34 цвета. Игла. Смотрите, какая красота. Недавно он вышел. Буквально в прошлом месяце. Очень красивый набор. Прям завораживает он своей красотой. Правда же? Еще не видела я. Не видела еще процессов. Отшивов, понятное дело, он только вышел 30 на 40. Немаленькая работа. Невозможно так быстро ее вышить. Но процессов тоже не видела. Следующий набор. Бойцовые рыбки. Вот у нас живет на работе такая рыбка одна. Зовут ее Зоя. И девчонки купили, давайте я покажу набор, а потом о нем расскажу, пока лирическое отступление. В общем, купили они рыбку. Вот такую я вам показывала как-то видео, вот такую вот синенькую. Красивая, хорошо за ней наблюдать, успокаивает, водоросли. Они там сами кормят, сами чистят. В общем, появился у нас на работе питомец. И чтобы было не скучно рыбке, купили они еще улитку. Назвали ее Хлоя. И она последнее время обросла какими-то такими водорослями. Маленькие такие черные волоски по ней. И мы ее переименовали. Теперь у нас не Хлоя, теперь у нас Гурген. В общем, девочки мои развлекаются как могут. И очень мы каждый раз смеемся над этим, наблюдая за ними. В общем, надо его почистить. Наверное, девочки, кто знает, подскажите в комментариях, надо ли эти водоросли с него снимать, с нее, с улитки. В общем, не знаем мы, как быть. Ну, пока вот плавает такой у нас волосатый парень. Жгучий. Бойцовые рыбки. 19 на 27 сантиметров. 16-я Аида. Мулине Лука С. 18 цветов. Игла. 16.07 артикул. Вот такие вот рыбки. Канва синяя. Обратите внимание. Вот такая вот красота. Следующий набор. Пингвины. Давайте вам покажу, а потом буду про него читать. Вот такой красивый набор. Мама и Ляля. Моя любимая тема. Очень меня умиляет, когда вот раньше мы с вами рассматривали, где мама и Лялечка. Прям вот аж тепло на душе становится. А канва такая тут под лен. Обратите внимание. И на фоне это видно. 17 на 23 сантиметра. А канва лен номер 15. Нитки Мулине Лука С. 17. цветов. Игла. 16.06 артикул. Вот такая вот красота. Мама и Ляля. Медуза.
20, сейчас опять будет лирическое отступление. И тут Остапа понесло. 20 на 30 сантиметров. Давайте я буду ее показывать тоже на синий конве, обратите внимание. Пару лет назад, помните вы, кто давно меня смотрит, ездили мы с сестрой в Крым. Она у меня воспитана, сейчас уже все уволилась. Наконец я ее увела к себе. Ну, в общем, родная моя сестра, она воспитатель в детском саду и выигрывала даже воспитатель года звание. Она такая прям вот это ее призвание, можно сказать. И мы когда поехали в Крым, было много-много медуз, а я их очень боюсь. Как-то меня обожгла в детстве медузы, я их боюсь, и я от них стараюсь куда-нибудь теряться. В стороночку оплываю их или вообще стараюсь в этот день не купаться, когда на шесте. А она прям не боится, в руки их берет, рассматривает. У них вот эти вот их лапки, вот эти кружевные висят. Они там и фиолетовые, и розовые, каких только не было. И она говорит, наверное, это детки. Так, ребята, парами мы плаваем, а она там их парами. Парами построились, вышли на прогулку. Я говорю, Лада, замолчи, нас сейчас санитаров на нас вызовут. В общем, мы очень сильно хохотали с этими медузами. Но не боится она, я боюсь медуз, честно говоря. Говорят, есть какие-то кусачие, есть не кусачие, но я любых боюсь. Итак, 20 на 30 сантиметров, 16 Аида, ПНК имени Кирова, 20 цветов, 16.04 артикул. Вот такая вот красивая медуза. Практически все новинки, мы их не смотрели, я не помню. Вот только первые малыши, по-моему, повторяются. А вот этих, эти не показывала, потому что, девочки, был вот такой вот у нас длинный очень перерыв. Вы знаете, что загремела я на операцию, но сейчас уже все хорошо, все прекрасно, реабилитация прошла успешно, все хорошо, продолжаю работать в том же темпе и снимать. 25 на 20 сантиметров, рождественские сани. Мне очень этот набор, тоже Лукаис, 20 цветов, 16.03 артикул, поверну давайте. Чтобы вам рассказывать. Мне этот набор очень напоминает старинные вот эти дореволюционные, знаете, открытки. Были такие, они тоже греют душу. Там деточки в платочках замотанные, с санками, с подарками, с игрушками. Вот, мне кажется, очень-очень напоминает этот набор вот как раз те самые открытки. Такого кофейного цвета канва. Очень теплый, красивый, мне нравится. Весенняя радость, 19 на 25 сантиметров, 15.96 артикул, это крокусы, самые-самые первоцветы, они у нас расцветают еще в феврале, даже не в марте. Ну, может быть, конец февраля, начало марта, прям вот еще холодно на улице, а крокусы уже вовсю цветут, всякие разные, фиолетовые, желтые, белые. Идешь и удивляешься, все такое серое вокруг и такой маленький цветной островок. Вообще я люблю весну, несмотря на то, что у меня аллергия. Она меня не любит, а я ее очень. Вот такую вот парочку вам покажу. Сначала покажу, а потом буду рассказывать про каждый из них. 16, первый, цитрусовое настроение. 18 на 25 сантиметров. 16 Аида. Мулине Лукаис 23 цвета. Артикул 16.00. Сказала, такая серая. Серая канва, такая светло-светло-стальная. Ну и вот, пожалуйста, цитрусовое настроение. Я так понимаю, что это грейпфрут, судя по всему. И винишко в бокальчике. Красивый такой минимализм, знаете. Ничего лишнего. Все очень лаконично в этих двух наборах, правда же? Вишневый вечер, следующий набор. 18 на 25 сантиметров, 16 Аида, такого же светло-стального цвета, Лукаис 22 цвета Мулине и 16.01 артикул. И здесь то же самое, только здесь кусочек сыра, вишня, ну и вишневый какой-то, может быть, вишневое вино, вишневый ликер, я не знаю, или просто вино виноградное. В общем, красота, красиво. Мне нравятся эти два набора, такие прям... И мне кажется, очень быстренько они при желании отошьются. Белочки 30 на 25 сантиметров. ПНК имени Кирова 26 цветов. 13.05 артикул. Вот такие вот красивые белочки.
И, по-моему, Аида 14, нет, 16 написано. Аналит, видимо, я уже от канвы отвыкла. Написано 16, ну, значит, 16 белого цвета. Вот такие вот белочки красивые. Подвигаю. Совсем немножко нам осталось досмотреть. Сине-желтые ара, 21 на 29 сантиметров. Также 16-я канва. Мулине DMC, 25 цветов, игла. 13,48 артикул. Белая канва. 16-я. По мне 14-я. Вот такие вот два смешных попугая. Сидят, что-то свое, наверное, курлычут. Это, наверное, девчонки сидят, сплетничают. Светлое воскресенье. 23 на 15 сантиметров. ПНК имени Кирова, 16-я Цвайкартаида, ПНК имени Кирова, 22 цвета, 13,72. Тоже, на мой взгляд, так же, как и саночки, очень похоже вот на эти дореволюционные открытки. Смотрите в интернете, прям вот, мне кажется, оттуда и взят этот сюжет. Ну, могу ошибаться. Прям какой-то стариной мне попахивает. Вот эти открытки, знаете, где на конце еще твердый знак писали. Вот, именно с этим у меня ассоциация. Философия весны. Очень красивый букет. Плетеная корзинка. Сейчас вам покажу. 35 на 19 сантиметров. 16 Аида. Мулине DMC. А, видите, было написано Цвайгард. А теперь Цвайгард тут заклеено. Значит, тут не Цвайгард. 30 цветов DMC. 14,09 артикул. Философия весны. Ну, неплохое качество, хорошо выглядит канва. В общем, посмотрите, плетеная красивая корзиночка, тюльпаны, верба, прям весна, весна, весна. У нас уже все, все практически отцвело. Уже везде висят маленькие яблочки, маленькие игрушки, маленькие вишенки. Я вам рассказывала, по-моему, эту историю, когда я приезжаю к подружке летом. Ну, и наливает она мне компот, я пью компот и говорю: ой, Маш, какой вкусный компот. Там спрашиваю, почему там сливы брала или вишни, не помню. Она на меня так смотрит, какая-нибудь еще сумасшедшая. Я на Кубани живу, что я буду покупать? Я, говорю, Димке дала сыну пакет. Я говорю: Дима, беги по району, нарви мне фруктов. И Дима приедет. Ну, так и есть у нас на улице, все растет. И абрикосы, и вишни, и черешни, и все, что хочешь, и яблоки, и груши. В общем, Дима побежал, нарвал маме пакет фруктов, она наварила компот. Да, ничего у нас уже не цветет практически, все уже отцвело. Ну вот сейчас потихонечку завязываются фрукты. Следующий набор. Лето в букете. 29 на 35 сантиметров. Лен 15 здесь. ПНК имени Кирова 16 цветов. Игла 826 артикул. Вот такой вот букет полевых цветов. Посмотрите, какой красивый. Я вообще люблю полевые цветы. Они, правда, меня не всегда любят, потому что не раз уже было замечено, что аллергия у меня на них, на некоторых товарищей. Но, тем не менее, я всегда, как только бываю за городом, я всегда рву себе красивучий-красивучий букет. Канва, вот она под лен. Посмотрите, какая интересная. И завершающий у нас набор в этом обзоре. Лесной жемчуг. Понятное дело, что это ландыши. Тоже мои любимые. Как-то они в этом году пролетели, я даже не заметила. И даже ни букетика себе не купила. Очень жаль, я так люблю их запах. Я вам рассказывала, как мы были в Прибалтике. Еще я была ребенком, лет 12 мне было. Ну, мы были во всех трех республиках тогда советских. И в Эстонии, и в Латвии, и в Литве. И вот в каком-то из городов, не могу сказать, есть там сосновый лес, не могу вспомнить. Не могу сказать, в какой республике. В общем, есть где-то сосновый бор, и там растет очень много ландышей. Очень, прям ковер. Заходишь, и такой, там прям тень днем. Прям тень, как будто сумерки, как будто вечереет. И очень много ландышей. Поют птички, и такой стоит аромат, девочки. Вот это незабываемое впечатление. У нас в Ашхабаде ландышей. Ну, я не видела, чтобы они росли. Их, конечно, продавали, но
Так что на улице где-то они росли, как здесь в Краснодаре, такого не было. Ну или, может, мне не встречалось. А там на меня вот просто неизгладимое впечатление произвели эти цветы. И с тех самых пор они одни из самых любимых. 19 на 26 сантиметров. 16 аида, ПНК имени Кирова, 23 цвета и игла. 895 артикул. Вот они, посмотрите. Действительно лесной жемчуг. Вот такие вот красивые ландыши. Мы посмотрели овен, небольшая поставка. Буду вам показывать, как будут приезжать остальные фирмы. У нас уже все, уехала радуга бисера МП-студия. Мы не успели в этом месяце. Ну, в следующем я покажу. Посмотрели овен. Я, как обычно, желаю вам всем позитивного денечка и продуктивных вышивальных дней. Всем пока!